нож за 5 рублей? Думаешь, попал в сказку? Ты прав, это сайт easydrop.ru. Здесь ты сможешь получить не только нож за 5 рублей, но и АВП Dragon Lore. Также ты можешь создать свой кейс и зарабатывать на нем 10% от стоимости с каждого открытия. Интересно? Заходи прямо сейчас и выигрывай. Ссылка на сайт в описании. Всем привет, ребят, с вами Акул. И сегодня в гостях у меня шутник. Йо, здорово. Да, я давненько не записывал Faceit, и сегодня я вернулся в КС. Давайте взглянем на статистику. До 6 левела мне осталось 1400... То есть, нет, подожди. У меня элла 1337. Прикинь, 1337. И 63 поинта осталось до 6 левела. До 10 еще далеко, но мы будем двигаться вместе с шутником. Ну что ж, последняя игра была 9 августа, я играл в КС, и вот, наконец-то я возвращаюсь, ребят. Если вы рады, ставьте лайки, наберем 5000 лайков, и я запишу следующую серию «Дорогу к Faceit». Если вам нравятся мои нарезки, именно я нарезками снимаю сейчас, ставьте еще лайк. Итак, ребята, в общем, мы пикаем карту, за нас французик, немец и кто? И два француза и немец. Немец. Против нас два русских, три русских, один американец и марокканец. Демираж! Ой, ребята, буду играть КС спустя месяц. Месяц не играл КС. И посмотрим, что из этого получится. Такое ощущение, как будто я не играл год. Бонжур! Ты байтер, конечно. You have a nice baguette. Все, ладно, хватит тут французов сниматься. У меня сегодня дома газом воняло. Я газовиков даже вызывал. Они пришли и сказали, блядь, не газ, чувак. Ты просто туалет не смыл. Ладно, они такие сказали. Я знаю, как так будет. И что они на французском, пожалуйста, дроп. Сигуплей дроп, если что. Сигуплей. А я знаю, как на немецком будет пердон. Тушкенька. А, ты что, немецкий изучал в школе? Не, мне там. Че там? Ага, немецкий порно, смотри. Конечно, да. Разрат. Огонь туда кинул. Коннектор на сайте. На сайте. Слышь? На акул. Что есть свой? Сзади еще был, в КТ лаз был. КТ? Может, джангл, не, да, это он оттуда пришел. Не. Блять! Говорю уже еще один. А, last connector maybe. Ой, как же обидно. Найстро. Смотрю, Андер взял. Бэхаус есть один с теком. Они форснули тоже, по-моему. Пепс coming. Мне пизда. Помогите! What? Ёма. 20 HP. На стуле. Мидл. Да, на стуле, походу. Одного убил. Угу. Еще одна стуля был, походу. Убил. О, а, красавчик, а? Красавчик. Где моя эйс? На стуле убиваю его. Ну да. А он не успеет. Найс! Я подпушу Андер. Мне пизда. А нет, айс. Окей. Блять, ну что за пиздец? Хорошо. Пискли. Взял. Да блять! Так, я сейчас показываю один раз, ребят, как надо ебашить в апартах. Я каждый раз это показываю, но сейчас покажу реально. Смотрите. Бля, не получилось, ладно. Коннектор. Я не вижу в коннектор. Да будь что это. Была, башка торчал. Kitchen one. Да пидорас, был он там! Мне кажется, они мид играют вообще или нет? Да блять! Ненавижу эту игру. Да бля! Чё за хуйня? На работе сгорел. Я попробую со скаутом поиграть. Миди? Да. Я не могу в миди стоять с М-кой. Я хелп на шортах, понял. Он авик, осторожно. Понял. Это, блядь, как он в тени попадает, а меня попадает. Коннект. О,
Ой, красиво. Ладно, важен не счет личный, счет командный важен всегда. Да. Блять. Да блять. На нахуй, без шансов. Вандри, вандри. На нахуй. Вандри один. Ну он опять меня так убивает. Один за четыре, ну это изикат. Блин, если бы проебел, то обвиняй во всем меня. Ну сейчас мы как раз проверим проклятие изикатки. Не, ну сейчас так-то... Это не совсем объективно. Так говорит, не совсем объективно, у меня аж голова заболела. Я там заходил, ты видел, сколько их там было? Ой-ой-ой-ой-ой, француз! Коннектор вон. Битва инвалидов. Ну сейчас давит второй. Да. Гоу, раш! Апартмент сей, гоу. Эй, может Б? I can go mid. Окей. Кто не слышит? На последнем месте никого, никто никогда не слушает. Зевса слушает. Зевса слушает? Надеюсь, он не будет смотреть. Ой-ой-ой. Зевс, прости нас. Я знал, что он здесь. Я себе попал. Попал. Да, вот он. Опа! Нормально. Подзабайтился. Хороший. Но не мой, да? Ну да. Это бомба. О, ноу! Виклер. Ай, блядь. Last maybe kitchen going. Да, вот. Хорошо. Рандл. Мне пизда. Да, походу. Нет. Бомб дефолт. Я живой, ага. Опа. Нормально, да? Поставите. Найс, гайс. Где? Wait. КТ один. Джангл ван, джангл. Понял. Виндоу нау. КТ один. Ну давай, еще высунись. Ну, засал? А где он, слева или справа? Уже там стреляется, чувак. Ласт. Ой, что-то легко было. Я даже их не почувствовал. Но я капитан команды был, поэтому. Хоть меня никто не слушал. О, сейчас откроем кейс. А, бля, у меня же денег нет. Я бомж. Итак, ребята, в общем, мы набрали 25 очков, как я и думал. Совсем осталось немного до 6 левела, 38 очков. Это еще 2 выигранные катки подряд. И будет у меня 6 левел. У меня никогда не было 6 левела. Поэтому потихонечку двигаемся вперед к 10 левелу. Ребят, спасибо, что посмотрели ролик. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем пока.